Я попала в аварию, где виновник был в состоянии алкогольного опьянения. При этом он скрылся с места ДТП. Очень хочется знать, что грозит такому злостному нарушитель правил дорожного движения. В случае, если лицо ранее было подвергнуто административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 12.8 или 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и вновь управляла транспортным средством в состоянии опьянения, либо не выполнила, отказалась выполнить законные требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского свидетельствования, то его действия образуют состав преступления, предусмотренного статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным средством в состоянии опьянения, в случае установления факта употребления им вызывающих алкогольное опьянение веществ, либо в случае установления в организме данного лица наркотических средств или психотропных веществ, а также лица, управляющего транспортным средством в состоянии опьянения, не выполнившего законные требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского свидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке. К имеющим судимости за совершение преступлений, предусмотренных частями 2, 4 или 6 статьи 264 либо статьи 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, относятся лица, имеющие неснятую и непогашенную в установленном законом порядке за совершение указанных преступлений. Водитель, скрывшийся с места происшествия, может быть признан управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, то есть совершившим преступление, предусмотренное статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, если на момент его задержания не утрачена возможность установить факт нахождения им в состоянии опьянения на момент управления транспортным средством. В случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования лицо признается управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения и подлежит уголовной ответственности. Статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение преступления, предусмотрено статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрены различные виды наказания, вплоть до лишения свободы до 2 лет. Кроме того, при назначении виновному наказания в обязательном порядке назначается дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до 3 лет.